Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем спрашивать у маятника, что ожидает вас, да, именно вас, в самое ближайшее время. Напоминаю, вы на канале Валекса. Для тех, кто не подписался, обязательно подпишитесь, ставьте колокольчик, прожимайте, ставьте лайки и напишите заранее комментарий, пока смотрите видео. Вам не трудно, а мне приятно. Итак, сегодня мы будем необычное гадание делать при помощи карт Ленорман и при помощи маятника. Итак, задаем вопрос, что ожидает вас в самое ближайшее время? Спрашиваем по маятнику. Ожидает ли вас успех в какой-либо сфере в самое ближайшее время? Ожидает ли вас успех в какой-либо сфере в самое ближайшее время? И мы видим, что маятник, ага, да, пометался и начал делать круговые движения. В какой сфере, спросим у карт, в какой сфере вас ожидает успех в самое ближайшее время? Период вы можете загадать, ну, это, как правило, 2-3 дня. В какой сфере вас ожидает успех в самое ближайшее время? Достаем карту и смотрим. И здесь у нас выпадает карта гроб. Да, казалось бы, как так, да, успех может ожидать по карте гроб. А я вам скажу, возможно, вы удачно завершите какой-то проект по карте гроб, да, закончите какие-то отношения, выйдете достойно из какой-то ситуации, это же тоже успех, да, сумеете заплатить, возможно, какой-то долг, сумеете завершить какой-то серьезный разговор с пользой для себя. Понимаете? Вот об этом вот нам говорит вот эта вот карта гроб. То есть вы успешно завершите какую-то ситуацию, какой-то важный период в своей жизни. Следующий вопрос для маятника. Ожидают ли вас потери в самое ближайшее время? Ожидают ли вас какие-либо потери? Так, я вот так сделала. Ожидают ли вас какие-либо потери в самое ближайшее время? О, как здорово! Маятник говорит нет. Замечательно. Опять положим его. И можно с точностью быть уверенной, что в ближайшее время вас никакие ни финансовые потери, ни потери физические, ни по здоровью, ни в отношениях не ожидают. Здорово, хорошо. Давайте спросим, будет ли прибыль в ближайшее время? Ожидает ли вас какая-либо прибыль в самое ближайшее время? Ожидает ли вас какая-либо прибыль в самое ближайшее время? Оп! Не уверена. Ага. Не уверена, но маятник начал вращаться. А возможно, прибыль какая-то небольшая. Давайте смотреть по картам. В какой сфере вас ожидает прибыль? В какой сфере вас ожидает прибыль? В какой сфере вас, дорогие подписчики, ожидает прибыль? Напомню, гадание общее и подойдет для каждого, кто смотрит его в данный момент. В какой сфере вас ожидает прибыль? Так, и ой, какие сегодня карты выпадают. И выпадает карта коса. Да. А вы знаете, карта коса очень здорово резонирует вот с предыдущей картой групп. Не надо ее бояться. Карта коса, мы же с вами говорим о прибыли, говорит о том, что вы будете косить бабло. Да, мы же о чем-то таком материальном говорим, о том, что у вас появится возможность косить бабло, косить, причем очень неожиданно, да, в какой сфере, значит, у нас прибыль в той сфере, что вы, может быть, у кого-то проиграется, что отсечете что-то ненужное, да, и это тоже будет рассматриваться как прибыль. А у кого-то кто-то будет прям вот этой косой косить бабло, да, а кто-то сделает, вот уже резонируя, да, с предыдущей картой, завершит удачно какой-то проект, который принесет ему прибыль вследствие этого, да.
А кто-то сумеет, ну, может быть, закончить ремонт, может быть, поправить здоровье, да. А кто-то может быть вот по этой косе. Коса — это всегда неожиданность, да, неожиданность и быстрое решение проблемы. То есть, если вам нужны деньги, по этой карте вы сумеете быстро найти нужную сумму. Если у вас затягиваются какие-то, знаете, отношения в определенной стадии, стадии застоя, то быстро ситуация разрешится с пользой для вас, в пользу прибыли для вас, да? Вот, давайте загадывайте теперь ситуацию, какая ситуация вам интересна, и мы будем спрашивать у маятника, ожидать ли улучшения ситуации, ожидать ли вам. Так, давайте восстановим. Ситуацию загадали мысленно про себя, чтобы срезонировать, ожидать ли вам улучшения ситуации, которую вы загадали? Ожидать ли вам улучшения ситуации, которую вы загадали? И маятник крутится бешено по часовой стрелке. Ответ – да. То есть ситуацию однозначно вы сможете улучшить. Давайте смотреть сферу по картам. В какой сфере? В каком направлении ожидать улучшения загаданной ситуации? В какой сфере, в каком направлении, простите, ожидать улучшения ситуации? В какой сфере и в каком направлении вам? Да что такое? Вы знаете, вот когда выскакивают карты сами, давайте их посмотрим. Наверное, это и есть ответ на вопрос. И выпали две карты. И карта совершенно замечательная. Медведь и письмо. Итак, всего скорее вы получите письмо от какого-то человека, который, возможно, вас старше, который у кого-то проиграется, возможно, для вас очень важен. А может быть, это, кстати, чей-то начальник, может быть, это для кого-то это отец, для кого-то это старший родственник, для кого-то супруг, да, получите весточку, для кого-то, в общем, вы улучшение ситуации, если вы ждете от кого-то звонка, сообщения, письма, вы обязательно в самое ближайшее время от этого человека получите весточку. Вот такой замечательный расклад, такое замечательное гадание на сегодня. При помощи карт и при помощи маятника. Ставьте лайк, если вам понравилось. Напишите свои впечатления, стоит ли продолжать эту практику. А я с вами прощаюсь. Всем удачи. Желаю всем здоровья, счастья и разрешения ваших ситуаций с пользой для вас. Пока-пока.